красном трико Нариман Исрафилов. Село Каякет. Дагестан. Вот все знают это село. Чувствуется, что там сильные люди живут. Борцы. Тренер Магомед Магомедов. Нариман Исрафилов молодой борец, но уже успел завоевать золотую медаль чемпионата Европы в прошлом году. В 2008 году золотая медаль на чемпионате России. В прошлом году серебряная медаль. Дважды занимал призовые места на отборочном для всех российских борцов турнирах серии Гран-при в Ангарине. От команды Украины Микола Айвазян, город Киев. Тренер Карачура Зазира. Серебряный призер первенства Европы среди юниоров, победитель международного олимпийского турнира. Азербайджан, Синтрико Айбеканула, Узбекистан. Ешарали бронзовый призер первенства мира среди молодежи 2009 год. На чемпионате Европы он занял пятое место. Чемпион Азербайджана. Айбеканула, Айбеканула, Узбекистан. Борется с синим трико, чемпион Узбекистана, студент, тренируется под руководством Ачио. Первый период выиграл Яшар Алиев, Азербайджан.